Староскольский совет депутатов поступило заявление главы администрации округа Александра Сергеенко об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию. Согласно уставу округа, досрочное прекращение полномочий в связи с отставкой по собственному желанию возможно на основании решения совета депутатов не позднее 2 недель с момента подачи заявления. Этот вопрос рассмотрят завтра, 8 декабря, на внеочередном заседании. Затем объявят конкурс на замещение должности главы администрации Староскольского городского округа. Кандидатуры рассмотрит специальная комиссия. Конкурсанты представят свои стратегии развития округа, и только после этого с претендентом на пост нового сити-менеджера определится местный совет. Всеобщего голосования, как и в случае с назначением Александра Сергеенко, не будет. Согласно изменениям в уставе, принятым еще в 2014 году, главу администрации назначают депутаты.